Всем привет, друзья! Сегодня замечательный январский день, 31 января. Я отправляюсь в Москву на один денек. И эта поездка у меня самая, как говорится, легкая, потому что с собой я беру только пакетик, а еду я за боевой музыкальной подругой специально на один день, чтобы купить гармонь. Буду вас радовать, ну и покажу в этом репортаже, как я добирался по Москве и немного прогуляюсь. Вот, друзья, наша фирменная «Вятка». Вот она такая вот. У меня где-то в хвостике. Это, соответственно, я в Москве выйду и пойду по длинному снова перрону Ярославского вокзала. Так что поеду за боевой подругой. Гармонь. Мелодичная, новая. Это как новый телефон. Ну, я имею в виду то, что новая вещь, она есть новая вещь. То есть она тебя уже не подведет. Вот. Новое — это как с чистого листа. Играй, моя гармошечка, а я сейчас спою. Спою я песню звонкую про ту, кого люблю. Ты даришь радость людям, играют планки все. Гармошка наша русская, всех лучше на земле. Ну вот, друзья, я приехал вновь в Москву и вновь с творческой миссией. Вот он такой длинный перрон. Вот там вот Москва Ярославская. Еду сейчас выбирать себе новую подругу музыкальную, гармонь. Так что поиграем, попоем. Вот, друзья, я доехал до метро Окская. Сейчас вот иду по вот этой замечательной улице. Вот Московский детский музыкально-драматический театр. Такие вот высокие дома. А я иду за гармонию. Иду к первому человеку, который занимается продажей хороших гармошек. Не дешевых, но качественных. Сегодня весь день я в Москве провожу. Вот такая плюсовая температура здесь. На 18 февраля вообще обещают плюс 6 градусов. Так что так вот. А вот, друзья, иду, заплутал маленько по навигатору, потому что в этом районе я впервые нахожусь в Москве. Вот. Вот такая вот движуха здесь. Вот. Теплая погода. Январь месяц. О, февраль, вернее, уже. Январь. Все еще в январе. 1 февраля сегодня. А здесь и такая оттепель. Такое обилие гармонии на разный вкус. Новые, шикарные. По цене тоже разные. От простеньких до люкс вариантов. Но я, конечно, хочу взять хорошую, чтобы вас радовать, продолжать песнями. Вот баянчики такие. Есть такой вот миниатюрный баян, тульский. Но есть уже побольше. И почти у всех гармоний имеется прекрасная, замечательная инкрустация. Вот на гармошке сейчас играю. Эта гармонь дорогая, стоит она 230 тысяч. Тональность фа-мажор. Спою сейчас песенку. Юркина песня любимая. Деревня моя. Рукой
хочу опять по крышам бегать, да уби гонять, краснить на то, что держится косо, да собака девчатся по двору. Oh.
друзья, я, похоже, нашел свою тональность при помощи замечательных людей, гармонистов. Конечно, сегодня я хочу тоже сыграть вот на этой гармошке тональность соль мажор. Очень звонкая мелодичная гармонь. Авторскую спою. А я сейчас спою, спою я песню звонкую про ту, кого люблю. Ты даришь радость людям, играют ланки все. Гармошка наша русская, всех лучше на земле. Ты даришь радость людям, играют ланки все. Вот, друзья, посмотрел у Павла гармошку, гармонии не одни даже, но на одном продавце никогда не нужно зацикливаться, нужно смотреть варианты другие. Сейчас еду в Балашиху, вот по таким вот пробочкам небольшим, вот сейчас Реутов проезжаю, буду еще одну гармонию смотреть. Вот, и в любом случае поеду в Киров уже вечером, сегодня поздним вечером. В любом случае с гармошкой, чтобы радовать дальше простых людей. В Балашихе приехал еще одну гармошку посмотреть. Заказную, дорогую, но шикарную тоже по звучанию. Вот приехал еще к этому замечательному человеку. Зовут Вячеслав, город Балашиха. Балашиха, вот, сразу чайком Балашиха, правильно, вот, угощает человек сразу же чаем, кофе. Вот такая вот гармошечка заказная, басовая часть, шестиголосая. Ну, это уже люксовый вариант, да? Играй, моя гармошечка, а я сейчас спою. Спою я песню звонкую про то, кого люблю. Ты даришь радость людям, играют ланки все. Гармошка наша русская, всех лучше на земле. Прикрывшись рукой,
твою песню, вот, которую ты начал играть, чтобы сравниться. Играй, моя гармошечка, а я сейчас пою. Спою я песню звонкую про ту, кого люблю. Ты даришь радость людям, играют ланки все. Гармошка наша русская, всех лучше на земле. Я купил дорогую шикарную гармонь в Балашихе Московской области, так что жителей Вятской земли, города Кирова и всей России, сел и деревень, я буду теперь радовать на своей боевой подруге музыкальной новой хорошими, качественными видео и песнями. Еду дальше покорять наши села и деревни. Вот, друзья, вот этот замечательный человек, который ведет сейчас эту замечательную машину, но он не публичный, он решил мне сделать такое великое дело сегодня. Он меня от первого продавца из Москвы довез безвозмездно до города Балашиха Московской области, ну, тут 25 километров. Получается, посоветовал мне гармонь, брать или не брать у второго продавца. Вот, кстати, тоже Вячеслав продавца зовут, у которого я взял гармонь. Он выделил полдня времени своего, и причем безвозмездно, ни копейки денег человек не взял даже за бензин. А сейчас я держу путь на могилу к Юрию Шатунову. Возложу несколько цветочков. Надо добрые дела делать, и в том числе людям, которых с нами уже нет, в дань памяти. Если живым людям делают добрые дела в дань уважения, ну, какой-то признательности, то не нужно забывать и об ушедших уже людях. Вот. Да, Юра Шатунов не успел, я с ним сыграть на гармошке, но теперь я несу о нем память, и вот сейчас я еду на Троекуровское кладбище. До поезда у меня еще 7 часов, так что поеду, почту память, поклонюсь и уже со спокойной душой поеду на вокзал. Пришлось залезть мне в кредит, чтобы взять гармошку, но хорошо, что есть вообще, с одной стороны, есть хорошо, что у нас кредиты, чтобы осуществить свою мечту, потому что гармонии хорошие. Они дешево никогда не стоили. Любой инструмент. Да, любой инструмент, не только гармония, баян, гитары, пианино. Так что вот так вот. Друзья, подъезжаем к Троекуровскому кладбищу. Вот оно, кладбище, где покоится наша легенда, наш Юрий Шатунов. Идем к Юрию Шатунову. С моим, как говорится, новоиспеченным другом Славой, который сделал доброе дело. И говорю, не каждый человек может по Москве провести, посоветовать, брать гармонию или не брать. Вот несем советик, мы гвоздички. Да. Убирал сам. Я только тебе мог подсказать, что-то так... порекомендовать. Это идет, это не идет, как со стороны звучит. Ну все равно ведь это, если бы никого-то не было, мне бы никто бы не подсказал. Вот идем, друзья, вот она стена. Как заходите на Троекуровское кладбище, там, где цветы продают. Первый поворот направо. Вот, вы проходите вот это здание белое. Так нет, что? Мы же все простые люди-то. Вот. Идем сейчас. Погода, дождик моросит. Друзья, иду к Юрию Шатунову на могилку. Впервые я несу ему не
белые розы, а белые гвоздики. Вот, немножечко взял. Вот, потому что вообще боялся, что не получится сегодня посетить могилку любимого кумира. Но благодаря замечательному Славе, который, кстати, тоже изъявил желание поклониться прекрасному исполнителю, легендарному. Был, давно повода не было. Да, повода не было. Но сейчас у меня повод, я его... Да. Просто этот шанс зацепился сам за него. Да, да, да. Человек отвлекся от работы, чтобы сделать недоброе дело. Ну и впервые поклониться, отдать память Юрию Шатунову. Вот она. Вот мы идем. Тут плутать негде, друзья. Тут негде плутать, потому что тут... Да, тут зашел, повернул направо, и вот эта стена, только по другую сторону стены, могила нашего любимого кумира. Вот, я уже далеко не в первый раз поклонюсь Юрию Шатунову, но в зимний период я впервые иду к могилке Юры Шатунова. Уже смеркается, уже вечер на улице. Полпятого. Вру, соврал маленько. Пять уже доходит, да. Вот. Никого нету, два человечка только. Ага, тут очень много легенд. Знаменитых, ага. Ну, иди, я вообще не знаю. К сожалению, уже не с нами люди. Никогда не споют, никогда не сыграют в спектаклях. Да, вот. Ну вот, дорогие друзья, сегодня я не только съездил за гармонию, вообще считаю, что находясь в Москве, нужно по зову сердца, если ты уважаешь, если ты ценишь своего любимого кумира, выделить час времени, чтобы поклониться, отдать дань памяти. Сегодня вот эти белые гвоздички я пришел возложить к своему любимому певцу Юрию Шатунову, который на меня всегда вот смотрит прямо с микрофоном в руках. Так что низкий поклон тебе, наш любимый Васильич, от всех поклонников, от группы «Розовый вечер», от девчонок, от ребят. Помним твои песни, помним тебя, никогда не забудем. Спасибо большое. Сюда вот поставлю Красноярску. Царство Небесное. Thank you.
Вот он мужик из знаменитых джентльменов удачи в плаще. А дерево не знаю где. Ну вот, дорогие друзья, я вернулся вновь в самый центр Москвы. Вот она. Площадь трех вокзалов. Вот Ярославский вокзал, с которого я через 4 часа домой поеду. Не поверите, замечательный человек Слава, с которым мы познакомились в офисе Павла Уханова, который тоже приехал насчет гармонии. Он из Нижнего Новгорода, из Горького. Довез меня до Балашихи. Там со мной побыл, пока я гармонь приобретал. Потом мы с ним решил он меня отвезти на Троекурское кладбище. Вместе посетили с ним могилу Юрушикнова. И 2.5 часа через пробки он меня довез прямо до вокзала. И поедет сейчас по делам всю ночь в Нижний Новгород. Вот такие вот люди есть на свете. Человек не взял ни копейки денег. В общем, я его познакомил с продавцом гармонии, в принципе, которого сам первый раз узнал, встретился. И впервые он побывал на могиле Юры Шатунова. Вот. А он меня мне помог по транспортному вопросу, так скажем. В общем, у нас получилось такое взаимовыгодное доброе дело. И я отправляюсь домой, чтобы вас радовать песнями под новую гармошку, которая у меня сейчас уже вот в этом уютном рюкзачке на плечах. Всем удачи!